Вторая смена в лагере «Лесная поляна» прошла под девизом «Действуй, дружи, дерзай». Каждый день для детей придумывали новые мероприятия, соревнования и конкурсы. Были открыты разнообразные объединения. Например, в туристическом кружке дети изучали основы безопасности жизнедеятельности. Нас учили различать различные ядовитые растения, учили вязать различные узлы. Также мы проходили спортивную сноровку. Мы учились надевать и обвязывать спортивное снаряжение. Также мы даже катались по канату. Еще один кружок, который пользовался большим спросом, был посвящен общему творческому развитию. Специалист из Коврова Иван Власов учил ребят красиво говорить, писать сценарии и снимать видеоролики. Приходят на самом деле самые разные дети. Кто-то уже приходит с талантом, а у кого-то талант надо развивать. Есть примеры детей, которые приходили в первую смену и ходят сейчас. И я вижу, как они выросли в творческом плане. И это очень приятно. Большую часть времени дети проводили с вожатыми, ставшими для воспитанников лучшими друзьями. Среди них были как совсем молодые ребята из Саранска и Нижнего Новгорода, которые проходили в лагере студенческую практику, так и опытные наставники, проработавшие не один год. Атмосфера тут замечательная. Дети очень солнечные, классные, отзывчивые, делают... Все классно, супер, что не попросишь. Любое мероприятие проходит на высшем уровне. Дети молодцы. Прям я горжусь своим отрядом. За смену в лагере «Орфеат» в Неев дети прожили маленькую жизнь, наполненную приключениями, новыми знакомствами, непередаваемыми эмоциями и хорошим настроением. Здесь очень много друзей, прям нет времени скучать и грустить. Мы обязательно сюда еще раз приедем! Сейчас сотрудники «Лесной поляны» готовятся к третьей смене. Она откроется 28 июля и продлится до 17 августа. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».